11 человек погибли, более 200 получили ранения в результате пожара в жилом комплексе в Саудовской Аравии. Огонь возник в одном из подвалов башни в городе Эль-Хубаар. Причины возгорания пока неизвестны. Сообщается, что нефтяная компания, которой принадлежит здание, является крупнейшей по объемам добычи и экспорта нефти в стране. Она построила несколько комплексов для своих сотрудников. Сейчас их переселили на другие объекты. В компании также отметили, что задействуют все средства и ресурсы, чтобы в трудное время помочь пострадавшим семьям.